Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам об Эстонии. По данным Tax Foundation, последние 4 года лидирующей конкурентоспособной налоговой системой, которая наиболее подходит как для налогоплательщиков, так и для государства, стабильно становится Эстония. Эстония – продвинутое электронное государство. Страна, в которой создали Skype, является лидером в сфере высоких технологий и телекоммуникаций. Занимает топовые позиции по числу стартапов на душу населения. Предлагает развитую и качественную цифровую инфраструктуру, удобный налоговый режим и программу e-резиденции. Основные преимущества. В Эстонии отсутствует корпоративный налог до момента распределения дивидендов. Эстонскую компанию можно зарегистрировать за несколько часов в режиме онлайн. Эстония входит в Европейский Союз и выполняет все директивы, имеет доступ к общему рынку, занимает 12 место в рейтинге Doing Business 2017. Эстонские банки не такие уж медленные, как принято думать об эстонцах, а работают очень даже организованно, оперативно и автоматизированно. Это первая страна, которая ввела программу электронной резиденции, которая позволяет жителям любой страны учредить и вести геонезависимый онлайн-бизнес. Эстония обошла все остальные страны в разработке технологической и правовой структуры, в рамках которой можно запустить криптовалюту и управлять ею. Сейчас в этом небольшом государстве обсуждается возможность введения собственной государственной криптовалюты – эсткоина. И в то время как в других странах объявляют криптовалюту вне закона и всячески ограничивают ее оборот, Эстония может стать в этой сфере реформатором и первой страной собственной криптовалюты. Открывайте бизнес в Эстонии вместе с нами, и вас ждут миллионные контракты.